преподобный исповедник Владимир, в крещении Василий, родился в 1872 году в семье простого крестьянина из деревни Шибаново Псковской губернии. В 26 лет Василий поступил в пустынь Святого Параклита в Александровском уезде Владимирской губернии. Пострижен в монашество с именем Владимир, он был в 1907 году в Смоленской Зосимовой пустыни. С 1912 года преподобный Владимир подвязался в Царицынском Свято-Духовом монастыре. Именно в нем он был рукоположен в иеромонаха и являлся временным управляющим обителью. Спустя 5 лет преподобный вернулся в Смоленскую Зосимову пустынь, в 23-м году был возведен в сан игумена. Но вскоре обитель была закрыта безбожниками и преобразована в сельскохозяйственную артель. А после и ее упразднения отец Владимир поселился в Сергиевом посаде, подрабатывая у честных людей кровельщиком. Весной 1931 года сотрудники ОГПУ Московской области арестовали игумена Владимира Терентьева, как и прочих монахов и монахинь, расселившихся по области после закрытия обителей, и обвинили его в участии в церковно-монархической организации, созданной под флагом защиты православной веры от преследующей ее советской власти для проведения антисоветской работы. Все обвинения на допросе в Бутырской тюрьме отец Владимир твердо отрицал. Игумен Владимир Терентьев был приговорен к 5 годам ссылки и спустя 2,5 года скончался в Казахстане. Погребен он в безвестной могиле. Третье марта. День памяти преподобного исповедника Владимира Терентьева, игумена.